Ну что, Hello People, представляете, полгода в КВН не играли. А руки-то помнят, а? Ну что, значит, золотой кивин наш? Я, вы что, не верите? Вы не верите? Вы не верите, что мы в форме? А ну давай, Егорыч, докажи. Вел по трассе я свой самосвал. Занесло меня немного на щебенку. Я в зеркало смотрю, там пыль стоит столбом. А стояли раньше там девчонки. Видали? Какой красивый голос за такими мерзкими усами прячется. Кстати, за эти полгода Армавир, знаете, как преобразился? Та ты чё, да? Мы ж его полностью перестроили. Теперь с высоты птичьего полета он на арфу похож. Серьезно, да, и всем нравится, все довольны. А кому не нравится, мэр говорит, брр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 r Налогово уж у нас закрыли на днях. Да, из-за убыточности. Представляете, они, оказывается, больше света жгли, чем налогов собирали. Ой. Армавирские селекционеры отличились, да, курицу с пчелой скрестили. Думали, она мед в яйцах давать начнет. А она не тупо цветы поклевала и улетела. Да. Еще и сторожа насмерть ужалила, но это ладно. Лех, а че ты меня не поздравляешь? Я же на конкурсе в Светлогорске второе место занял. Да ты че, а че за конкурс? Кто больше всех бус купит? Вот ты балбес, Тимофей, а еще и второе место. Хотел бы я на этого идиота посмотреть, кто первое занял. А? Выкусил, лузер! Куда ты со своими деньгами против власти лезешь? Да, дядь Паш, ну вообще-то у нас здесь музыкальный фестиваль. Лучше бы нам помогли. Да ладно, ладно, помогу. Ну давай. Дядь Паш, а дашь с пистолета пострелять? Ну дам, только если не в меня. А, тогда не надо. Чувак, а ты знаешь, кто приехал? Встречайте! Группа Shot of One The Sky! Пуша! Ну чё, здрасте! Жирный представитель власти. Так, а ну-ка быстро прекратите! Чё вы здесь делаете? Ты чё, не знаешь, мы здесь, в Светлогорске, в армии служим. Да. Чё вы врёте, а? Серьёзно, да, нас даже когда провожали, знаешь, как Зинка рыдала. Слушай, а чё ты мою матушку по имени называешь? А чё, она ещё молодая. Я, ну зачем? Так всё? Успокойтесь, вы чё, будете рэп про армию читать? Конечно, поэтому слушай наш первый трек. Давай! Дайте шуму! Чувак, мы в Светлогорске! А, тогда дайте шуму! Да! 9 человек, кавказская рота, очень долго стоят у вертолета. Кавказцы озадачили пилота вопросом. Ара, а как Ми-9 залезли в Ми-8? Это Шатов, вот все страйк! Замолчите, замолчите, вы бездари! Слышишь, бро, талантливого человека обидеть легко. Да, ты нас попробуй. Придурки! Мимо! Идиоты. Ну, допустим, ранил. Так пошли вон отсюда. Да все, все, не хочешь рэп про армию, слушай, реальный хит. Ебро. Сам ты ебро. Это нормальное слово. Да. Поехали. Давай. Ты забрал пиджак, а я забрал ботинки. Превратили в шопинг мы с тобой поминки. Так успокойтесь, вы что поете? Пошли вон. Леха, 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 Леха. Чувак, ты чё, здесь нет Лёхи? Ты чё? Там твоя мама приехала. В смысле мама приехала? Ругаться с Александром Васильевичем. Ну, сейчас не время для ссор. Так, ребят, давайте, вы продолжайте, а я пойду её задержу. О, Серёга, Светлаков, привет! Ты чё, Светлакова знаешь? Конечно, он же мне жизнь спас.
Меня один раз бешеная собака на стройке в угол загнала. И тут рекламный щит со Светлаковым. Бах на нее! Тимофей, вот ты балбес, а! Так, Валя, пойдем быстрее! Да не он это, ну чё бы здесь Леп с ежевикой торговал? Здравствуйте, Александр Васильевич, я мама Лёши Кривени, вы меня, наверное, помните. А как вы прокомментируете данное видео? Мы годик поспим и вернемся, честно. Вот вы их зачем отпустили, а? Зачем отпустили? Они же зеленые совсем еще. Вот раньше как хорошо было с другими командами. Вот камызяки только окрепли, вы их с гнезда взяли и летите, мои птенчики. Союз только на ноги стали, вы их взяли так и в добрый путь, соколики. А наши что? Ну вы же видели, что они тупо с гнезда выпали. Два раза об ветку ударились и в лужу упали. Галя, Галя, да они сами ушли, он не виноват. А знаешь, у нас в стране никто не виноват. Одни футболисты по делу сидят. Галя, прекрати! Да ладно, Валя, так, ладно. Прошлое не вернуть, давайте о будущем подумаем. Отдайте нам большого Кевина в золотом. Мы его продадим, нам деньги нужны. Галя, Галя, скажи, что на благое дело, то подумают, что мы с тобой наркоманки. Конечно! На благое дело, да. Мы хотим в Армавире открыть музыкальную гимназию. У нас даже детки есть. Дети, идите сюда. Они там. Дети, идите сюда. Валя, это ты должна контролировать. Мы из-за тебя вчера Витю потеряли. Дорогие друзья, знаете, какие у нас в Армавире детки талантливые? Да ты что, да? Вот, у них все есть. И слух есть, и голос есть. Здания нет. Детки в поле занимаются, а там то дождь, то грибы, то квадроциклы. Детки отвлекаются. Да ладно, что я вам рассказываю, они сейчас сами все споют. Итак, поет детский хор. Под руководством директора, пока еще музыкального поля, арфы Какофоновой. Вот получим мы Кевина золотого. И построим симфонический Эдем. Музыкальный храм из туфа и бетона водрузит на плечи мраморный Шопен. Спроектирован на форме укулеле, чтобы всякий, кто увидел, укулел. На фасаде мы слова запечатлеем, чтобы каждый с благодарностью пропел. Спасибо, деда Саша, за будущее наше, за то, что не оставили беды в людей. Блаженны все просящие, Кевином голосящие, и среди всех просящих заметьте вы детей. Ну а если победит несправедливость, упорхнет Кевин из слабых детских рук и растопчет нашу юную. Да, друзья, кто-то может сказать, что вот ради победы детей привлекли, а кто-то молча делает добрые дела. Woman, street, woman, okay.
Ты что с собой сделал, Тимофей? Просто у меня больше всех времени было себя в порядок привести. Ну и дура ты, Тимофей! А вообще, к чему мы это, дорогие друзья? Почему мы сегодня переоделись в платье? Потому что за 25 лет музыкального фестиваля ни разу в жизни не выигрывала женская команда. И детская команда не выигрывала. И Сармавира команда не выигрывала. Уважаемое жюри, давайте сегодня в честь юбилея прям комбо сделаем. Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога», сборная АГПУ. Просто нам завещано от Бога.